все как стихотворение. Травка зеленеет, вот травка тебе. Солнышко блестит. 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 Ласточка колдырыгочь. С весной весна присутствует. Сеником летит. Вот еще ласточка. Мерседес. Кто-то мечтал советский. Да. Готовый есть, да? Самаркандский. Как вы? Лунье такая. Да, да, наш друг. Да, да. Вот он обратил внимание. Он говорит, у вас, говорит, Иштыхон обзор был. Вот же, говорит, смотри, колдырыгоч. Да, и Иштыхон написано. Я да. думаю, да, действительно, логотип такой же. Да, все да. один в один. Что новый у нас что есть? Так, что новое? Амар. Смотрите, а вам? Вот такой, как баран. Ага. Кузакабо мы называем. Кузакабо. Кузакабо. Баранный кабок. Сейчас. А, это над огнем вот так потом. Да, вот его готовим. Вообще красивый. Нету, нету. Поэтому говорю. Как дела, Бунет? Так, все нормально. Я тот плов помню хорошо. Вот, я так. Я потом только чай вечером пил. Нет, Бунет вообще молодец. Вот мы тогда обзор сделали, он там и в этом, и в Телеграме, и в Фейсбуке сразу поддержку дает сразу. Да, да, да. Сразу ссылки там. Там хорошо вышел ролик. Просмотры хорошие. Здесь, ты знаешь, мне вот здесь шашлыки, они очень красивые сами по себе. Вот они такие щедрые. Да, по думе живут вообще. Вот. Структура такая, которая уманок. Который беленький такой вот прямо. И, конечно, здорово. Ой. Ну там кладезь витамина С. Там просто из ушей прям будет вылезать витамин С у тебя. Я просто не ожидал. Я думал, что-нибудь компотное такое, знаешь? Не-не-не, он такой... Ядреный? Ядреный, да. Он ядреный. Но, не, он хорошего качества. Здесь вообще, в принципе, все хорошего качества. У Бонио, да. У него такое все обильное, щедрое, такое бубум, короче. Да видно, он серьезно. Здесь зыгр такой, который сразу так... Сразу бам-бам. Мощный, короче. Если вот в других местах там он такой деликатный, да, такой, здесь он такой, да, мужской зыгр. Зыгр так зыгр, да? Ну-ка, преломление. Так. Бахнем. Готов? Да. Начинаем. Преломление пошло. И лепешечка такая, она сдобная, да, лепешка. Кстати, да, она не хрустит, видно, что тесто такое очень... Сдобное тесто. Очень сдобное и мягкое такое. Ну и прекрасно. Приятного аппетита. Слушай, чаракти мощный. Смотри, да, да. Крупно как нарезанное. Ну, везде по-разному же, да? Угу. Но он вкусный. Видно, помидорки такие, зрелые. Помидорки классные. Вообще у нас, конечно, в Ташкенте, вот удивительно, как в Ташкенте могут быть проблемы с помидорами, с качеством помидор. Однако же мы вот дожили до этого дела. Как ты говорил, мы думали, на наш век всего хватит. Угу. А тут... Нет, классно. Вода заканчивается, говорят. Сузьма классная здесь, знаешь? Здесь компоненты все хорошие. Этот, и вот сузьма, и... Помидоры нормальные. Чай очень вкусный, ты знаешь, удивительно. Вот, они вот все-таки в хороших местах даже к чаю серьезно относятся. Не просто там купил, заварил, а вот и подбирает. Вот. И цвет красивый.
Ну, хотя бы тот факт, что он не из пакетика, это уже говорит о том, что они заботятся о качестве. Конечно. И потом, да, на этом экономить нельзя. Конечно. Чай все равно же, вещь прибыльная. Что бы не купить, что-нибудь вкуснее. Огурцы, кстати, тоже хорошие. Это, по-моему, это арзу. Да. Плохо идет. Плохо идет. Вот это вот настоящий такой, знаешь, самаркандский мужской зыгырь такой. Видно. Он такой. Даже на рисе. Суровый такой. Да. Аж рис окрашен весь. Да. Вот. То есть он, зыгырь прямо на рисе виден на самом. Обычно на дне, ну как бы, тарелки. Да. А тут... И мяско такое, и пай, смотри, пай. Ну-ка, потряси. Да, кстати, она не слабо. Так смотри, видно, да? Да. Ну да. У меня рис всегда плохо интересует. Так. Какой чай, слушай, да? Налить или потом? У меня есть? А, есть, да? Жующийся рис такой. Я вот лепёшечку попробую. Прекрасная лепёшка. Хорошо пропечённая. Плов. Рис такой бодрый очень. Да. Очень трезвый. Трезвый рис. Да. При этом он одинаково пропеченный со всех сторон. И да, 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 да. Не так, чтобы там внутри жестче. Угу. Там, он одинаково. Именно я так вот думаю, что в самаркандском плове вот эту марлю кладут специально, чтобы хорошо оролашить рис. Да. Чтобы он равномерно пропекся везде. Видимо, это редкое явление, когда в обед так свободно здесь, спокойно. Да. Ну, наверняка, да. Понимаешь, это место, оно не расходное. В смысле, вот там вот, где мы были, например, бульон еще дополнительно пробовали. Из-зад Махаля. Да. Вот там рабочий район, угу, да. Там никто не держит ураза. Там люди пашут и пашут, короче. Ты видел, там, да, как одеты все? Да. В робах таких, вот, понимаешь? А здесь место совсем не то. Здесь другие цены, здесь другие этот самый. И вот, наверное, вот этот контингент, он все-таки ураза держит больше. Скорее всего. Я сегодня, честно говоря, тоже удивился, что я несколько мест звонил, и мне там говорили, нет, у нас плова нет. Ты заметь, как он распределен, этот плов. Да. Это я первый раз обратил внимание на это дело. Здесь ляган берут и первую порцию накладывают. Прям кидают туда. И он таким. И он, да, он тонким слоем разлетается вот так. И получается красивое заполнение. Сразу. В том числе мелкими брызгами. Да. Получается масло. Красивое заполнение. Угу. А здесь ты вот эту вот кучку плова, ты ее идеально не сформируешь никогда. Да и ей не нужна эта идеальность. Но зато у тебя вот это обрамление, оно сразу подчеркивает как бы твою такую статусность, эксклюзивность, что ли. Красоту наводит. Дизайнерский такой подход, да? Да. Ну не все так делают, ты понимаешь? Да. Зачарачу разговор нет. Чаровщик у них тоже мужской. Ты как обычно ешь, Дим? Да. Ну, здесь как бы немножко отдельно все. Ты смешиваешься или берешь отдельный рис, а потом добавляешь морковки, сколько тебе надо. Или прям в одной ложке все собираешь. Не знаю. Ты мне сейчас что-то на измену какую-то подсадил.
как этот, как знаешь этот? Про бороду анекдот. Да, 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 как студента. Отомстил профессору. Вы, профессор, когда спите, бороду сверху одеяла кладете? Или под одеяло? Профессор не мог заснуть там вторую неделю. Потому что успокоиться не мог. Да. И так не так, и эдак не так. Ой, хорошо. Мясо очень пропеченное, мягкое, угу. Нежное. Мяса вообще разговора нет, ты понимаешь? Что вот и в Штихоне, что здесь. Угу. Вот один и тот же стиль чувствуется. Угу. Вот. И здесь вот настолько как бы все это дело качественно и сбалансировано, что даже вот как-то ничего не хочется выделять своими комментариями. Он вот сам по себе цельный продукт. Но компоненты разбивать не хочется. Да, они, комментировать не хочется. Вот все просто хорошо и все. Все классно. Про секс анекдот вспомнил. Ну, не знаю, ты включать будешь или нет, но... Ну, анекдот мне понравился. Ну-ка. Изи, говорит, ты, говорит, это, Рабиновича давно видел, говорит. Слушай, с ним беда, говорит. Инсульт, говорит, его стукнул, говорит. Левая сторона, говорит, совсем отказала. Левая рука, нога, говорит, ничего не работает, говорит. Слушай, говорит, а член как, говорит, в последний момент успел на правую сторону перебросить, говорит. Хорошо, да? Смотри, нам бестеневое освещение такое сделали, да? Да. Не жаркое. А вообще сейчас, конечно, непонятно, вот, что одевать. Что далеко ходить? 14 марта снег у нас пошел. Да. Мороз был ночью. Да.